На СТО горела машина. Происшествие произошло на станции техобслуживания, которая расположена в одном из гаражей комплекса «Тепловик». Там загорелся «Део Матис». Автомобиль сотрудники СТО потушили своими силами, пожарную охрану не вызывали. В результате происшествия повреждена панель управления, лобовое стекло, частично закопчен салон. Причина пожара и сведения об ущербе, а также виновное лицо устанавливаются.